Вся правда шансона. Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». «Вся правда шансона». Элитная публика, много музыки, цветов и шампанского. Недавно в столичном клубе «Ля Музон» состоялась презентация клипа Нины Шацкой «Там, где нас нет». Ну, я, естественно, такое событие пропустить не могла. Накрасила губы красным и пошла. Вся правда шансона. Королева бала Нина Шацкая блистала в темно-синем платье и любезно согласилась дать эксклюзивное интервью телеканалу «Шансон ТВ» до начала праздника. Сначала я обратила внимание на стихи, которые меня тронули, Алексея Прохорова, и стала думать, кому можно их показать, чтобы получилась песня. И я давно сотрудничаю с композитором, с прекрасным музыкантом, трубачом, известным джазовым, Владимиром Галактионовым. У нас с ними уже есть один проект, очень красивый «Зефир». И я попросила Володю посмотреть вот на эти стихи. Вдруг он мне прислал две песни на выбор. Я заподозрила, что одна из этих песен принадлежит его супруге Насте Модестовой, тоже прекрасному музыканту, певице. Так и получилась женская мелодия такая. Я выбрала Настину песню, и такой долгой дорогой получился, на мой взгляд, очень красивый. Я считаю, что это хит «Там, где нас нет», стихи Алексея Прохорова и музыка Насти Модестовой. Хозяйка вечера встречала дорогих гостей прямо у входа. На презентации клипа отметились актриса Ольга Кабо, поэт-песенник Алексей Прохоров, актриса Екатерина Гусева. Я уверена, что это не будет примитивно, на злобу дня, просто. Я думаю, что все равно какая-то тайна и загадка, которая присутствует в ней, и в любом произведении, за которое бы она ни бралась, будет присущей сегодняшней премьере тоже. Вся правда шансона. Певец Евгений Кунгуров явился на презентацию без опоздания. Молодец! Евгений рассказал нам, что он просто без ума от песен Нины Шацкой и даже исполнил фрагмент ее новой композиции «Там, где нас нет». Я вообще люблю Нину Шацкую, люблю все то, что она делает. Я люблю ее романс, я люблю ее советские песни. Я люблю, как Нина умеет объединить романс с джазом. Ну, безусловно, конечно, жду сегодня премьеру клипа на песню. Но ты там, где нас нет. Звездный свет мне не нужен. Презентация клипа «Там, где нас нет» прошла в романтичной обстановке. На больших экранах крутили клип, гости пили игристое и восхищенно смотрели на Нину Шацкую, которая восседала на качелях, увитых цветочными лианами. А еще гостей вечера порадовал приятный сюрприз – показ вечерних нарядов от дизайнера Веры Домакош. Вся правда шансона. Широкая аудитория знает меня в двух жанрах – в романсе и в джазе. Но в живых концертах, живым ансамблем мы давно уже экспериментируем и в джаз-роке. И вот как раз та тенденция, которая чувствуется в этой песне, она очень меня привлекает. Клип Нины Шацкой «Там, где нас нет» смотрите на телеканале «Шансон ТВ» и заказывайте в программе по заявкам «Баклуша». Но ты там, где нас нет, звездный свет мне не нужен. С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона». До скорого! «Вся правда шансона».